едем опять в сторону Паттайи с Бангкока, потому что мы захотели покупаться в море, съездить на острова. Там возле Паттайи есть два острова, мы там не были. И я подумал, то, что 100 километров, за час доедем. Тем более у них здесь хайвей. Хайвей очень широкий, платная дорога. 100 километров в час можно спокойно ехать. И доехать очень быстро можно. Подъехали на половине дороги вот к такому чекпоинту. Здесь нужно будет заплатить часть денег за то, что мы проехали. Потому что мы проехали половину пути. Сейчас они попросят у меня карточку. Hello. И вон там 60 бат. У них хайвей стоит 1 бат 1 километр. Это достаточно дорого, потому что это около 10 тенге за километр. Я думаю, у нас дешевле будут хайвеи. И у нас есть хайвей, и там дешевле. У нас, по-моему, где-то минимум, наверное, в 5-10 раз дешевле. Хайвей, да, у них достаточно дорогие, но в любом случае оно того стоит, потому что мы едем быстро и безопасно, и мы экономим топливо и время. Здесь есть небольшой городочек, он называется Шри Рача. На самом деле здесь вообще тоже развита инфраструктура очень хорошо. Много хороших отелей, недорогих 4-звездочные отели. 3-звездочные отели вообще от 20 до 30 долларов. Вот мы сейчас заехали в один отель. Вот так он выглядит. Он стоит всего лишь 20 долларов сейчас, потому что нету туристов вообще. В бассейне даже не купается никто. И номера тоже почти все свободные. Здесь японский ресторан есть. И он прямо расположен вот так на пляже. Сейчас я оставлю обязательно ссылку под видео на этот отель. И он находится рядом, здесь есть ферри-терминал, но он сейчас не работает. Там в прошлом году я от него ездил вот на соседний остров, отправлялся на Косичанг остров. Здесь есть парк рядом. Вода в бассейне чистая. Детский бассейн есть. Много японцев, потому что здесь и суши-бар рядом, и Асахи, вот я вижу вывеска. Это японское пиво, японцы любят. Hello. А вот бар здесь такой. Я подозреваю, что сюда приезжают японцы, потому что здесь все прямо блюда японские, и напитки японские. Креветки живые. И вот ресторан тоже. Похоже, что это что-то японское, с Японией связано. Вот, смотрите, она ищет, там собирает каких-то моллюсков. Или это он, в общем, местный житель. Он там все на японском, все надписи. Медицина, по-моему, какая-то здесь у них. И отели, и рестораны, это с японским уклоном здесь все. Мне нравится, что здесь нету туристов. Вообще белых людей нету. И мне нравятся места, куда ездят японцы, потому что японцы в плохие места. Там тоже японские всякие отели, рестораны. Японцы куда попало не ездят. И первый признак, если есть японцы, значит здесь хорошо. Вот напротив отеля, это отель такой огромный, и снизу построили новый, и снизу Family Mart очень большой. Отель, по-моему, только что открылся. Мы сейчас зайдем, посмотрим. Я бы вообще, честно говоря, хотел жить рядом с ферри-терминалом, чтобы рано утром проснуться и сразу поехать. Я заказал вот такую штучку с сыром и со шпинатом. И у них здесь есть тостер, то есть они разрезают и тут же сразу его готовят. 20 бат всего лишь стоит, 25 бат. У меня такое ощущение, что я попал в Японию здесь, в этом городе, потому что здесь реально на каждом шагу японские кафе, японские даже удочки здесь даже продают, и всякие снасти.
рай рыбаков. Я вот все смотрю купить вот такой бокс. Это холодильник, он стоит, получается... Дорого. Дорого, да, стоит. Прям вообще нереально дорого. $150, но это японский, качественный. Вот смотри, лед. Лед? Да, его вот так чик, и он замораживает. Нужно бутылку. Вот так в Японии готовят, да, тоже любят. Сладкие они. А шарики такие с соусом. Реально, я вообще, честно говоря, не ожидал, что такое в Таиланде можно встретить. И что здесь так все для японцев. Даже книжки, вот эта литература, это тоже все японское. Японцы очень сильно любят читать журналы всякие разные. И вот им специально сюда привезли вот эти всякие разные комиксы. Здесь даже запах, как в Японии. Офигеть можно. Вот это тоже блюдо чисто японское. И вот это тоже. Это реально все японские блюда. Это тайцы такое не едят. Ну, может, они едят, но приготовлено прям так красиво, как в Японии. Это чистая рыба. Это будет хороший сорт. Сырая. Она прям такая коробка, она увесистая. Будет делать скидку. Да, я думаю, она сейчас сделает скидку, и мы как раз набрали. Это все купим. Так мы набрали уже. Это реально вот все вот как в Японии также продается. Вот эти напитки их японские. Нигири. Это салмон. Уже вот скидка 50%. То есть они 25 бат стоят, получается. Или даже еще дешевле. И вот на это она тоже на все скидка 50%. По 15 бат. Женины любимые бобы со слизью. Что, хочешь поесть такое? Нет, это надо с горячим рисом. Это все чисто японское. В Таиланде такое не едят. Мы нашли здесь игрушки детские всякие разные. Вот здесь есть какой-то туалет, из которого, который превращается в стакан. Это и потом стиралка. Из него стиралку можно какую-то сделать. А еще вот такое средство интересное. Можно из воды делать пиво. Даже шардоне, которое мы пьем в Алмате, покупаем, оно здесь гораздо стоит дороже, в 2-3 раза дороже, чем у нас. Или, допустим, в России, наверное. Вот мы пробовали вот такое шампанское брют. Достаточно неплохое и по цене, и по вкусовым ощущениям брют. Мне понравилось. А еще здесь есть японское вино. Вот сливовые разные вина японские. Вот это все тоже 39 бат стоит. $10 стоит 2 пакетика вот таких с едой. В принципе, это достаточно выгодно получается. Многие люди, которые здесь живут, вот здесь, смотрите, это карбонара, если я не ошибаюсь. Должно быть вкусно. Это не самый дешевый магазин в Таиланде, это магазин такой супермаркет премиум класса. Вот один ананас стоит $1, арбуз стоит чуть меньше доллара килограмм, бананы тоже чуть меньше доллара. Есть салат-бар. Получается $7 килограмм. Овощи. Вот лук у них стоит, допустим, здесь $1.50 килограмм. Кукуруза стоит... Две кукурузы стоят $1. Да, вот в Саре мы купили игрушку вот такую. Вот 4 морковки стоят... Ну, 5 морковок, грубо говоря, $1 Папа, стоит. Мы сегодня коробку откроем, конечно, откроем. Помидоры вот такие стоят. Здесь 300 грамм, 4 помидорки стоят $2. Раз, два, три, четыре. Около 10 сортов грибов от доллара до $2 стоят за вот такую упаковочку. Зелени много. Огурчики. Получается $1 два огурчика. Перец нету цены. Яблоки очень дорогие, потому что я подозреваю, это связано с тем, что они здесь не растут.
взяли испорченные яблоки, отрезали от них испорченные места и продают за $1 вот такой мешочек. Все, конечно, упаковано красиво, но яблоки в Таиланде, наверное, лучше не покупать. Брокколи стоят тоже $3. Я подозреваю, одна штучка, потому что они все, в принципе, стандартные. Капуста вот такая стоит $1.50. Это айсберг у нас, если я не ошибаюсь. Она стоит $1.50. Сыры сашими. Это салмон, то есть это семга и тунец. Они очень вкусные, и они стоят без скидки 240 бат, со скидкой 200 бат, но сейчас еще не очень хорошие скидки. То есть здесь вот 200 грамм стоит, получается, $5. Мясо здесь тоже дорогое. Здесь у них дешевая курица и свинина дешевая. Нашли здесь целый отдел, даже два отдела, здесь все японское. То есть вот карри японские, очень вкусные. С яблоками они тоже любят карри. С яблоком и с медом. Лапша разная, соусы вот эти все очень вкусные. Вот эти соусы, это типа нашего майонеза, такой дрессинг для салата, но оно уже начинает портиться, осадок выпадает. Наверное, поэтому они скидку делают. Васаби. Смотрите, здесь около 10, даже больше. Вот это порошок васаби. Очень много видов васаби. Разные уксусы. Вот лапша тоже у них здесь разная. Это все японское. То есть в Японии то же самое продают. Вот эти дрессинги тоже у них очень вкусные. Это все японское. Вот иероглифы вот эти, они... Это все японские иероглифы, и, блин, я обожаю это все. Я бы, наверное, весь отдел бы купил бы и отвез себе домой. Здесь у них есть вот такие пакетики, то есть $1 стоит заваривать лапшу, но это достаточно вкусно, и это не так, не то, что у нас привозят с Китая, это гораздо все вкуснее. И вот Максим, у них это кофе тоже японское. Все здесь продают. Они, смотрите, даже воду привезли. $2 стоит бутылка воды двухлитровая. Чай есть. Чай $5 стоит. Но это все качественно и очень вкусно. Даже мороженое. Вот это все мороженое, это японское. Оно очень вкусное с дыней. И вот эти роллы тоже. Они невероятно вкусные. Это все японское. Как в Японии. Бобы, они очень вкусные. Обязательно попробуйте. Именно вот эта фирма мне нравится. И вот и дуриан. Бананы сушеные, манго сушеные. Я думаю, это один из самых лучших подарков, что можно привезти из Таиланда. В таких магазинах отдельный вот такой сервис прилавочек есть, где экспресс-линия для 10 вещей. Там еще вот за 10 бат можно сухой лед купить. И у них еще продается ликер и сигареты в таких местах отдельно. Еще есть микроволновка и горячая вода. И вот то, что вы купили, здесь специально такой островочек, можно посидеть, спокойно покушать. Очень удобно и недорого получается. Здесь даже вот массажные кресла, как в Японии. Они очень любят. И вон везде курс. Я думаю, японцы очень любят приезжать именно вот сюда, потому что, наверное, это какая-то здесь японская деревня, и поэтому повсюду японские рестораны, потому что вот курс японских йен, это 0.30 получается. Здесь такая еще тишина, умиротворение такое вот, как где-то, наверное, в Японии. Японцы, потому что они сами по себе очень тихие и спокойный, и вот это место, оно очень сильно мне напоминает Японию, очень сильно. Никто здесь не кричит по-тайски, не разговаривает громко, тишина такая. И вот японцы еще любят тоже вот такие кафешки по-всякому вот так украшать, каких-то героев разных ставить, мотоциклы, M&M's.
Потом в Японии тоже вот так любят делать. Цветочки посадят, каких-нибудь поросят, хрюшек. Слычки, как в Японии. Он по-японски заговорил с нами. Добро пожаловать, сказал. Блюда, вот такие цены. Асахи, супчики разные. Гёдза, 5 гёдза 49 бат стоит всего лишь. Вообще недорого. Нам дали вот такие салатики бесплатно, это из пшеницы проросшей. Он остренький чуть-чуть, но очень вкусный. Но пиво Асахи, это, конечно, должен попробовать каждый, оно очень вкусное. Здесь даже японское телевидение. Японцы любят вот такие передачки. Они вот постоянно ходят где-то по домам, смотрят, как там что, кто что готовит, как что ест кто. Смотри, гёдзи. Гёдзи, да, смотри. Жене приготовили гёдзи. И вот как раз в Японии тоже кто-то лепит, сидит их там. Вот их на сковородке вот так раскладывают, заливают. Потом она их переворачивает, и все, они готовы. Вот с одной стороны поджаренные. На самом деле очень вкусное блюдо. По граммам раскладывает, чтобы количество соответствовало весу с пивом. Мне принесли вот такие шашлычки. Здесь, я подозреваю, есть и сердце, еще что-то. Ну, выглядит, конечно, очень аппетитно. И запах такой классный. Я с Женечкой поделюсь обязательно. Такой... А что это, Вова? Вкусно? На что похоже? Ну, ты пивом запивай. Очень остро. В Японии у них очень удобно, что они приносят сразу счет, и вы знаете, сколько вы потратили и сколько нужно заплатить. Шлем может порезанный. Блины? Бычий. Вот у тебя же с этими. Вот это попробуй. Это лимонграсс, по-моему. Пихает меня вообще все подряд. Вот это я тоже не буду, это бобки куриные, Да, что-то мы не то заказали. Это бобки. Мы взяли ассорти, короче. Хвостики вот эти, жирные, холестерина. Они нас неправильно поняли, я хотел филе. Они нам дали все, все что есть там в курице. Все, что бывает. Разобрали на части. Нам принесли. Еще сразу. Чтобы не убежали. Кто-то любит вот такие попки. Специально покупают. Да, это попка. Попка дурак. Пони не едят такое, я видела. Лучше бы я взял гёдзи. Да, были бы. С шашлыком я не этот не угадал. Короче, заточила вот эти хвостики, которые были. И просит еще, они ей очень понравились. Но они нежненькие такие, да, жирненькие. И просит еще, хочет хвосты эти. Я против. Она говорит, я знаю, это лягушки. Вы меня лягушками кормите. И это не лягушки. Это куриные хвостики. Да ей уже пофиг, она просит еще. Соскучил по Японии, бедолага. Нет, ну здесь... Здесь просто... Тайская еда. Тебе хочется уже чего-нибудь другого. И вот, Япония в Таиланде. Вы платите за время. Нужно заплатить за 500 бат. За 2 часа можно сколько угодно съесть. Дети до... Половина. До 80 бесплатно. Выше 80 219 бат. Вот такие здесь блюда вкусные. Сара, не надо трогать, не надо трогать. Но у них здесь богатые, конечно, столы. И здесь есть и тако. Это все, что они могут приготовить? Да. Ну, здесь меню, конечно, капитальное. Шикарно.
Да, за 500 бат это вообще, я считаю, недорого. Женя, что ты постоянно все роняешь? Здесь можно заказать вот по меню. Вот это очень вкусная дома. Это 60, ну, в принципе, как в магазине, чуть подороже. Зато включено мороженое, включен чаечек и обычные напитки включены. Сырая здесь разная рыба. Ну, это, конечно, вообще. Особенно вот так с компанией. Дни рождения мне классно вот в таких, кажется, классно вот в таких местах отмечать. Потому что можно позвать друзей на 2 часа. И они будут все что угодно заказывать. Очень удобно. Цунами. Суши-буфет. Мы решили назад домой вернуться. Наконец-то. Сегодня на тук-туке такси взять. Да. Наконец. Мы заплатили 60 бат, чтобы проехать 1.5 километра. Вчера мы час пешком шли. Я думаю, за 1.5 километра 60 бат это дорого. И он вообще никак не хотел торговаться, я ему предложил. Бежал. Да, смеялся. Просто дорога на самом деле не очень комфортная. Я бы прошел бы с удовольствием пешком бы. Здесь нужно, вот он сейчас переезжает дорогу, здесь нужно несколько раз переходить дорогу, и поэтому мы решили все-таки поехать. Один раз можно. Мы уже здесь 2 месяца, и первый раз мы едем. Взяли такси обратно, обычно пешком. Обычно мы садимся на машину и едем сами за рулем. Thank you. Вот. Видите, он сказал спасибо, значит, заплатили мы ему нормально. Обычно здесь по психологии, по тайской, если мы... а вот как раз наш отель. Дочь, мы в магазин идем. Подожди. Мы в магазин сначала. Обычно здесь по тайской психологии, если вы с тайцем торгуетесь, и он делает хорошую скидку, он обычно... такое недовольное лицо делает в итоге и никогда не скажет ни спасибо, ничего. А если он вам улыбается и говорит спасибо на тайском, то это обязательно значит то, что он, ну, наварился, неплохо заработал. Особенно таксисты, они, для них это вообще любимое дело. Найти на какого-нибудь туриста, фаранга и заработать на нем денег, это любимое их дело. Они даже друг другу хвастаются об этом. Сейчас идем на завтрак. Покажу вам, как нас кормят, чем нас кормят. Кстати, вот у отеля такое лобби здесь большое. Я люблю по утрам кушать. Здесь вот мисо-суп есть, очень вкусный, с тоху, с морскими водорослями. Вот эти присыпки японские тоже очень вкусные, к рису. Здесь тоху жареное, овощи жареные. Яйцо со шпинатом, омлет. Вот со шпинатом уже готовый омлет есть. Бекон есть. Гёдзи. Очень богатый завтрак. Вообще крутой. Здесь колбаски, сосисочки, рис. И рисоватка стоит, можно рисовать. Здесь вот суши из лосося, из тунца и с креветками. Наверное, самое крутое в этом. Кстати, кто любит суши, вот соевый соус хикаман. Это самый вкусный соевый соус японский, который я пробовал. Есть для каши и фрукты. Ну и салат-бар. Такой у меня завтрак. Мисо-суп. Я люблю, когда много водорослей, тофу, чтобы прям ложка стояла. Немного салата с яичками и арбуз на десерт. Сара любит омлет. Сара, кушай по-человечески, пожалуйста. Женя там себе тоже что-то колдует, какой-то салатик. А Женя решила напасть сегодня на суши. Там сидят ребята из Японии. Здесь нет тайцев, нет... русских, нет европейцев, только мы и японцы. Мы покушаем и поднимемся наверх, я вам покажу, как выглядит наш номер. Тут
кухня даже есть такая с большими шкафами. Очень много разных полочек. Микроволновка Sharp, холодильник Hitachi. Это все чисто японское. Очень качественное. Чайник есть для горячей воды. Здесь тоже очень много полок, посуда всякая, ножи, вилки, ложки, все есть. Здесь у нас санузел с душевой кабиночкой. Потолки очень низкие, зато есть ванная. Музыкальный центр для чего-то стоит, непонятно для чего, мы его ни разу не включали. Ну вот, есть такая штучка. Телевизор с мультиками. А здесь два кондиционера. В одной и во второй комнате. Вообще нам сделали апгрейд. Мы заказывали студию. То есть одна комната. А нам дали вот двухкомнатный номер. Сейф тут. И шкаф такой большой. И выход на балкон. Да, показывай. Мы живем на 11 этаже. Вот такой здесь вид. Вечером очень красиво. Хоть он и построен был давно, но он очень стильный и продуманный. То есть можно... Сара у нас там купалась, мы здесь сидели, смотрели телевизор. И все просматривается очень удобно. На крыше здесь у нас бассейн. Правда, здесь почему-то закрыли, поставили вот такие баночки. Не знаю, не разрешают купаться, но я, наверное, все равно искупаюсь. Мне это пофиг. И там внутри есть еще баня, сауна в японском стиле. Я вчера туда ходил, там тоже очень чисто и хорошо. Сейчас зайдем в спортзал, посмотрим, что в спортзале. Спортзал тоже очень интересный. Здесь такие диванчики стоят, наверное, для тех, кто хочет позаниматься спортом сюда, а для тех, кто хочет отдохнуть сюда. Вот. То есть здесь можно, в принципе, встать на дорожку, вот так заниматься и смотреть, как ребенок там купается. Очень удобно. Все необходимые тренажеры есть, очень чисто. Детские всякие есть игры. Заплатили мы за него всего лишь $30. И вообще мы этим городом очень сильно довольны. Он находится, не доезжая до Паттайи. Че, как тебе? Понравилось? Классно было. А че купаться в бассейне? Да, Сара хочет. И я хочу тоже. Ну, в детском пусть начнет. А вообще мы этим городом очень довольны. То есть мы здесь уже живем 2 дня, и в прошлом году я сюда приезжал. Я, честно говоря, не заметил. Мне очень сильно напоминает этот город, японский, какую-то деревню, японский такой городок. Здесь даже тайцы, они не такие, как вам сказать, как везде в Таиланде. Они здесь более такие, как японцы, на японцев похожи очень сильно. И более какие-то воспитанные. И сегодня на завтраке я, кроме японцев, вообще никого не видел. Я здесь за три дня не видел ни одного русского человека, ну или даже белого иностранца, любого здесь не было. То есть, я так понимаю, сюда приезжают, в этот город, приезжают либо какие-то рабочие японцы, либо там даже госпитали японские мы видели, либо какие-то такие японцы, которые любят отдыхать в Таиланде, они именно приезжают в этот город. Очень много высоких зданий здесь построили, его сейчас строят. И вот мы вчера ходили туда, в ту сторону, там вот где то большое здание, там есть суши-бар и магазин японский, как в Японии. И вообще мне здесь очень сильно нравится. Если вы хотите избежать вот этой суеты всей туристической, не видеть туристов, не встречаться с туристами, я думаю, это самое оптимальное, тихое такое местечко. Здесь можно... Бассейн очень глубокий. Здесь глубина 4 метра, наверное.
то, я думаю, это самое оптимальное место. Вот мы уже здесь почти 2 месяца путешествуем по Таиланду на автомобиле. Мы были на разных островах. И вот мне как-то понравились вот именно вот этот город Срирача. Сейчас я на карте точно посмотрю. И Ко Чанг понравился. Вот отель. Вот так он выглядит со стороны. Но у нас окна выходят на ту сторону. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании на этот отель. Один только завтрак, это получается буфет. Можно взять сколько угодно. И он включен уже. Там можно суш только объесться и вообще фруктов. И японские там блюда разные. Все очень дорогое, качественное. Поэтому в этом отеле можно только из-за завтрака поселиться. Здесь находится остров рядом с Сичанг. Но сейчас пирс туда закрыт, мы чуть попозже найдем способ, как туда можно добраться. Но все равно, даже здесь есть пляжи, они не намного хуже паттайских пляжей, потому что в Паттайе пляжи намного грязнее. И буквально это вот находится этот город между Паттайей и Бангкоком. То есть, если с Бангкока ехать, то сюда даже ближе ехать, чем до Паттайи. Но здесь не будет вот этих трансвеститов, не будет пьяных наших братьев и вообще не наших братьев, то есть пьяных людей вы здесь не увидите. Здесь все тихо, так размеренно, чисто такой семейный спокойный отдых, либо для каких-то влюбленных парочек. Мне кажется, это самое такое место идеальное. То есть на отеле здесь цены низкие, демократичные, и, наверное, это одно из самых такой жемчужина какая-то Таиланда. То есть это место, этот город вообще не похож ни на что в Таиланде. И мне кажется, даже многие люди, которые живут в Таиланде, уже много путешествуют, не знают об этом месте. Но вот всем, кто любит Японию, японскую кухню, суши, сашими, я прям настоятельно вообще рекомендую. И не только здесь. Я думаю, еще можно много всяких интересных мест найти. В Таиланде делают дороги. Они берут на старый асфальт, старая дорога, которая была, заливают бетон, вот такой толстый слой бетона, и это получается очень долговечная дорога. Он мне не поцарапает. Дядька едет на машине, даже не видит никого, наверное. Обгоню-ка я его лучше. И вот этот мост я в прошлом году здесь проезжал, его здесь не было, вообще даже намека не было на то, что здесь мост. А этот мост просто построили для того, чтобы здесь был перекресток, светофор, чтобы, получается, люди не стояли на этом светофоре, вот как раз вот где-то на этом месте он был, а они просто построили его, чтобы над ним люди проезжали сверху, над этим перекрестком. Вот куда эти сейчас сворачивают фуры. Здесь был перекресток, светофор. И все, светофор убрали, а над ним просто построили мост. И они его построили, во-первых, очень быстро, во-вторых, здесь особо и смысла его не было строить. Потому что и так машины нормально разъезжались. Но они решили, что нужно сделать мост. Хотя это обычная дорога, даже не хайвей, ничего. Дальше был светофор. А они просто над этим светофором, чтобы светофор убрать, построили мост. Все, здесь нету ни пробок, ни сумасшедшего движения большого. Они просто, видимо, рассчитали, что когда-то через 10 лет или через 20 лет вот здесь возможно пробки, и они поэтому взяли, заранее построили мост. Вот этих двух мостов не было в прошлом году. Вот так выглядит этот резервный терминал, ферри-терминал. Здесь невозможно перевести на остров, находится там Сичанг. Невозможно перевести мотобайк и невозможно перевести автомобиль. Можно только переехать самим, там, с какими-то сумочками. Я не помню, в прошлом году сколько стоил билет, сейчас узнаю, почем в этом году. А вот он, ферри-терминал, с которого я отправлялся в прошлом году. Вот они сейчас там, мост у них начал что-то крошиться, ломаться. И они сейчас его ремонтируют полностью. А вообще вот этот терминал находится там, есть черепах, можно покормить. Стоит 20 бат. Лодочка вот примерно вот так выглядит, небольшая. И они, по-моему,
там примерно каждый час, каждые два часа. С утра с 6 и до 8, до позднего вечера они ходят туда, эти лодки. В пути, по-моему, тоже или час, или около 2 часов. Если мы завтра поедем сюда, я обязательно все расскажу, покажу. Остров там. Вода очень чистая на нем. И там еще храмов много. Такой красивый кондоминиум. И прям вообще у них так все здесь красиво сделано. Даже спуски. У них даже свой собственный пирс есть. Paradise Pierce. К которому подходят лодки, видимо. Или что? Почему такая грязная вода? Объясни мне. Можно. Ну, пляж, конечно, здесь очень грязный, поэтому надо ехать на остров. Либо туда дальше. Мы сейчас приехали в соседнюю деревню. Если ехать в сторону Бангкока, то вот здесь будут вот такие пляжи. Но вода очень грязная. Пляж более-менее чистый. Вода. Вот мы живем примерно вот там, где вот эти здания. И, наверное, завтра мы пойдем туда, на остров. Вода очень грязная вообще. Я даже не знаю. На пляже почти никого нету. Кто здесь купается, что делает. Мы сейчас сюда дальше пройдем, прогуляемся. Здесь вот такая аллея. Красивая, с пальмами. С крабами, креветок продают. Устриц можно купить. Ой. Мидии можно купить. А вот креветки Женя любит. How much? No, здесь. How much price? 200 бат стоит вот такая куча креветок. Поехали в джунгли, в какой-то заповедник. Я первый раз вот такую картину вижу в Таиланде. Я не знаю, что это. Похоже на кладбище, но мне кажется, это не кладбище. Потому что какие-то холмики, и возле каждого холмика какие-то надписи. Вон это, да. Кладбище семейное, по-моему. Вон он, она. И вон старое есть еще, заросшее уже. Это для богачей кладбище. Я думала, они сжигают. Для богачей никакой оградки нету, прям вот так возле дороги все. Ну, потому что дорого стоит вот это сделать. Вот это старое очень. И все из гранита. Дорого это для богачей. Или для... Какого гранита? Это бетон. Здесь кроме собак, собаки сразу бегут, хотят покушать. А у нас нечего. И с другой стороны тоже никого нету, только дорога, и вот с двух сторон вот эти холмики, и все. И здесь тоже. А вот здесь вообще еще больше. Без остановки. С двух сторон. Это причем на китайском или на японском написано? Да, это не тайский язык. Это японский. Похоже вообще на японский. Это точно японский. Смотри, что это значит? Что? Собаки напугали. Вот здесь еще опять. Бежит. Оно не заканчивается, это кладбище и храм какой-то. Храм похож на китайский. Может быть, это даже китайское кладбище. Собаки сразу бегут. И собаки, и кошки вместе живут. На китайский храм похоже. И вот опять здесь эти могилки повсюду. Здесь поменьше. Китайцы.
Капунка. Ка. Кинуть? Но эти обезьяны здесь определенно воспитанные. Рыбу что ли им кидают? Что-то им кидают. Ну их здесь часто кормят, потому что здесь очень много отходов от еды. Они так пищат, интересно. Эти обезьянки. Такие звуки издают. И съедят с удовольствием. Прям за обе щеки уплетают рис. А там, где мы были на горе, там рис не ели обезьяны. Зубы покажи. Женя, родню свою встретила. Язык показывает. Язык показывает. Да все, поехали. Давай, покажи язык ему. Да все. Пусть он язык покажет. Главное, боится, сам не подойдет. Да такой дерзкий. У тебя на старте окно еще можно закрыть быстро? Давай, подключу, верни. Мало ли что. Во, вот, да закрой. Че, че они? Он нападает. Как? Вот так делает. Да че он сделает тебе, ты че, обезьян боишься? Конечно, боюсь. Тогда у тебя очки забрал, че забыл? Что они хотят? Нет. Они с перчатками приехали. Мне кажется, они сейчас... Нет, у него там дуриан этот или ягода вот эта. Вау, нифига себе. Приехали тайцы и привезли очень много дуриана или еще как это называется, я даже не знаю. И кидают им, кормят их. Это очень дорогая ягода на самом деле. Я не знаю, может она испорченная или что? Почему они их кормят? Я не понимаю. Эта штука дорого стоит. Может она испортилась? И они их кормят здесь. Потому что вот такая штука очень дорого стоит. Они прям рубят их пополам и дают. Мы их в магазине покупали гораздо дороже. Очень дорого. Почему они их кормят, я не понимаю. Вот этот фрукт, который ммы покупаем по $2 за маленькую упаковочку, он им кидает прям целыми этими. Целые штуки кидает, они им большие. Гнилые? Да вроде нет, они просто пополам вот так раскрыты, разрублены, и все, он их кормит, кидает. Зачем? Поддерживает? Для меня это тоже загадка. Может, они поддерживают популяцию? Давай, иди, там твои кушают. Хороший. Иди, там еда. Прям под колесом они. Идите сюда. Какие вы малютки. Сара, смотри, на проводах уселся. Да. Вот здесь кормили собак. Одна, главная обезьяна пришла, собачий корм начала есть. Вон им прям насыпали собачьего корма. Ты чё, там фрукты? Вообще никогда не видел такого в жизни. Он прям на пикапе подъехал и кидал им. А это каждый фрукт, наверное, где-то по 1000 бат стоит. По 500. Сара, смотри, попугаи.
Смотрите, два попугая огромных. Вон наверху. Очень большие. А вон там они живут. Они прям на столбах вон там. Очень большие. Как будто орлы какие-то, а не попугаи. Мне кажется, это любители птичек. Любители птиц здесь собираются и привозят своих попугаев. Она его зовет. Она зовет этого белого попугая. У нее свисток есть специальный, и она этим свистком его подзывает. Это как... А, это чьи-то птицы все. Это все чьи-то птицы. Это все они своих птиц сюда привезли. Просто погулять. У них здесь палки специальные. Я такого никогда в жизни не видел. Это тайцы притащили сюда своих попугаев. Я в шоке. И он знает, куда к нему ему подходить, куда ему подлетать. А тот, видимо, ее белый попугай, и он не хочет к ней возвращаться. Ему там понравилось. Сара. Сара. О, этот ругается. Вау. Капец, он огромный. Он очень большой. Он, главное, командует ему. Он командует ему, говорит, как летать. А этот злится, второй там сидит. Сел. Все. Лети, короче. Он полетел. Сейчас туда. И все, вот он возвращается. Пипец. Он ему скажет лететь туда, он сделает круг и вернется. Сара, 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 не пугай птиц, иди сюда. Вот он летит. Вот он белый прилетел, все. Вау, это пипец. Они его давно звали, поэтому сейчас хотят забрать, а он не идет. К Женьке летел. Сара, смотри. Капец, он важный. Сара, он обнимается. Мы ведем попугая. Кого? А вон он его зовет. Кинули в него. А, и он его зовет теперь. Он должен к нему подлететь. Целует. Целуются. Это такая любовь с птицами вообще. Я думаю, такой попугай $10 стоит. Потому что он дрессированный и все понимает. Очень умные птицы. Нам охранники этого парка любезно разрешили припарковать автомобиль под навесиком бесплатно. Наверное, где-нибудь в Пхукете или в Паттайе, в таких туристических местах, с нас бы обязательно попросили деньги.